В ходе проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Пятигорска во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России установили, что в город приехал гражданин Узбекистана для осуществления сбыта наркотических веществ. Оперативники задержали молодого человека и доставили его в отдел внутренних дел. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, которое, согласно экспертизе, является героиной массой более 400 граммов. Как установили оперативники, мужчина получил крупную партию наркотических средств через специально организованный тайник и перевез их на территорию края с целью сбыта посредством организации мелких закладок запрещенных веществ на территории города-курорта. Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Что это такое? Героин, да. Героин? Да.